Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Сегодня расскажу вам, как избавиться от боли в пятке. Боль в пятке происходит не просто так. Это происходит из-за того, что образуются шпоры, так называемая шпора пяточная. Это нарост на кости нашей пяточной кости. На конце образуется нарост кольцевидный. Из-за этого он давит на, как бы, на мышцу пятки, и боль происходит из-за вот этого давления. Но он разрушается, и его можно избавиться от него. Но первое, что я вам посоветую, если у вас появилась боль в пятке, это использовать обязательно диклофенак. Купите диклофенак и намазывайте пятку с диклофенаком с утра, когда встаете. Пятка обычно начинает болеть с утра. Натираем, прям втираем в кожу пятки диклофенак. Это снимет боль. Второе, что могу посоветовать, это отличное средство Димексид. Он хорошо снимает воспаление вот этой пяточной шпоры. Пользоваться им просто. Желательно, конечно, использовать в перчатке это делать, так как он впитывается очень хорошо в кожу. Смачиваем тампон, прикладываем к пятке и привязываем каким-нибудь бинтом или тряпочкой и одеваем носок. Желательно это делать, эту процедуру, на ночь. Так как на ночь у нас пятка находится в спокойном состоянии и будет работать она, снимать воспаление, образующееся от пяточной шпоры. Ну, еще один хороший совет, это всем, у кого пяточная шпора, у кого беспокоит, да и если она даже вас не беспокоит, все равно это лучше делать. Купите обычный мячик. Конечно, не такой мячик, а есть такие мячики, которые с пупырышками, специальные для стирки. Также их продают для животных. Вот этот мячик берем и каждый день вечером сидим, пока вот смотрим телевизор, отдыхаем. И прям вот так вот катаем пяткой мячик. Прям просто катаем. Делаем как бы массаж. Почему и говорю, что удобно использовать мячик с пупырышками, потому что он хотя бы не укатывается. Ну, можно и такой обычный мячик. И вот так вот пяткой прям делаем массажик на пятке. Если вы будете каждый день это делать, у вас шпора разрушится. Разрушится и больше не будет вас беспокоить. Это очень хороший способ избавиться от пяточной шпоры. Вот такие три необходимых вещи нужно для того, чтобы избавиться от пяточной шпоры. Диклофенак снимает боль, Димексид снимает воспаление, и мячик нужен для того, чтобы делать массаж пяточки. Все. И ваша нога будет здоровая и не будет беспокоить ваш шпора. Всем, кому понравилось, ставим пальчик вверх. Не забываем подписаться. Всем до новых встреч. Пока.